августе в Татарстане зарегистрирована нулевая инфляция. Об этом сообщает Татарстанстат. Отмечается, что за указанный период цены на товары и услуги в республике выросли на 0,2%, тогда как продукты, наоборот, подешевели почти на 0,5%. На 5% повысится зарплата работников автогиганта. Информацию об этом опубликовало издание «Вести КамАЗа». Индексация проведена 1 сентября. Повышенные выплаты заводчане получат в октябре. На сегодня минимальный тариф на предприятии составляет 9731 рубль. 19 и 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ отключат светофоры на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Беляева. Электронные регулировщики не будут функционировать с 8 утра до 17 часов. Руководствоваться знаками приоритета на улице 40 лет Победы водителям придется и 21 сентября на пересечениях с проспектами Беляева и Автозаводский. Светофоры погаснут в полночь и зажгутся в 8 утра.